Что за дерьмо ты, блин? Джей! Что за дерьмо? Сука! Ух ты ж, ё-моё. О, чёрт. Блять, как припечатало сильно. Что произошло вообще? О, ух ты. О, нихрена. Ладно, короче, похуй. Заживет. Нормально все. Да. Бронежилету, конечно, пизда моему. Похуй. Блять, сейчас. Нужно думать, как выбираться отсюда. Хуй его. Пещера. Всем разуму решился. Бля. Где Кевин? Где Крис? Бля. Что за хуйня? Это еще что за хуйня? Сука. Работай, блядь. О, о, сука. Наконец-то. Бля, да ладно. Чертов фонарик. Книжка, ну-ка. Умри или уйди. Бля, да я с радостью. Ну, лучше уж сдохнуть. Кричать в пещерах, наверное, самая тупая затея. Поэтому я так, пожалуй, не буду делать. Джейкоб, Джейкоб. По-моему, ты уже... Черт. Конечно, чертов фонарик выключился. Прямо сейчас... Сука. Ты будешь включаться?
господи, это что такое, блядь? О, май гад, ну я такое же видел. Блядь, ну мне не привыкать. Окей, ура. Блядь, бедняга, тебе не повезло. Как бы, блядь, меня тут не сожрали эти вендиги. Даже похуй, лишь бы сожрали. Опять книга, ну что там? Смерть — это не выход. Спасибо, блядь. Обнадежили. Смерть — это не выход. Ну что ты? Блядь! Какого черта я вообще делаю? Мне надо же выбираться отсюда. Бля. Что это было? Да хуй с ним. Бля, башка плывет, пиздец. Бля. О, простите, я, бля, не хотел вас ломать. Бля. Сука. О, блядь. Что за хуйня? Что, блядь? О, кажись, у меня галлюцинации. Крис? Ты да, там? Я. Ты что здесь делаешь? Гуляю. Ну, приятной прогулки. Ага, спасибо. Кстати, Крис? Кажись, у меня галлюцинации. Блин. Сука. Ты кто, блядь, такой? Я тебя не боюсь. Ты мне нахуй не сдался. Со своими пугалками. Ты уверен? Крис, это ты ствол бери. Крис? Да что за хуйня? Блядь. Хуй с вами. Я ухожу, ты понял, мразь? Не буду я с тобой в твои игрушки играть. Я, блядь, давно уже вырос из возраста, когда, блядь, играешь в игрушечки. Я тебя не боюсь, гнида, понял? Пошел нахуй. Ага. Играть будешь со своими жертвами. Меня ты, сука, не достанешь. Пошел нахуй, ебучая галлюцинация! Я в тебя не... Джейкоб, стой! Это я, Крис. Крис? Да. Так-то я, блядь, тебе и поверил. Ага, ща повернусь, тебя там... Нет. Да здесь я. Фу. Крис, какого хуя, тебя же застрелили? Ну, подстрелили, но бронежилет-то спас меня. Ебать. Ну, как видишь, не совсем. Блять, нет, Крис, смотри туда. Блять, это... Чё это за хуйня?
Блять, за нами... Я не знаю, все, у меня голова плывет. Пошел нахуй, два глазика, хуязика. У тебя фонарик, дальний свет работает? Нет, посмотри, нет? У меня он разрядился, я нихуя не вижу дальше 5 метров. Блять. Ебать, это что, сейфы? Погоди, у меня глаза еще не привыкли к темноте, я не понимаю. Пошли. Крис, да ладно, это реально ты? Да, я. Как ты, сука, вообще жив? Да вот живучий, блядь, походу. Кто это был? Кто, блядь, тебя застрелил? Кто? Да, я не успел даже увидеть. Я просто увидел вспышку и... Последнее, что я помню, это такая боль. Что даже в ушах зазвенело. Короче, посмотри, что в сейфах. Это... Сейчас. А, блядь. Ну-ка, что там? Что там? Фонарик. Смотри. О, отлично. Ну-ка, посвети. Тогда, ну-ка, так. Блять, ну он и мигает. Черт. По-моему, у меня приступы эпилепсии скорее начнутся. Не, нахуй, иди, выключи его. Да, какой-то он странный. Блять, а в том сейфе что? Сорвется в руках. Здесь сигнальная ракета. Фаер, в смысле? Ну да, фаер, блин. О, отлично. А то, блин. Сигнальная ракета, по-русски. Слушай. Блять, эти два глаза. Я чуть не обосрался, когда их увидел. Крис, а как вообще ты это? Что с тобой? Я не понимаю, погоди. Тебе нужна какая-то помощь. У тебя голова не пробита, нет? А? Крис, ты что-то говорил? Я говорю, у тебя голова не пробита, все нормально. Я в последнее время вижу какую-то... Как, знаешь, как будто Виндиго, только он весь такой белый. У него такие зубов дохуя в пасти, и он, сука, какой-то здоровый, блядь. Блядь, погоди, белый? Белый такой... здоровый? Блять, помнишь, когда я тебе говорил в доме, не смотри в окно? Ну? Блять, я такого же, походу, видел. Может... Может, похоже, нам кажется, но... может... Или... Стоп, они умеют воздействовать ментально? Ну да, насколько я знаю, умеют. Он какой-то, знаешь, больше, чем остальные. Где-то 5 метров вверх он точно. Ну, за окном было плохо видно, но да, вроде не маленький был. Так, Крис, да ты вообще откуда вылез? Да я не знаю, шел просто на ощупь, какие-то звуки слушал. Ты Кевина не видел? Нет, ты-то тоже не видел, я как понимаю, да? Нет, слушай, я думаю, не надо стоять на месте, пошли тогда туда, что ли, не? Да. Пойдем, что ж. Давай, давай первое, свети, у меня фонарь кончился. Ага. А, стоп. Короче, ладно, давай, дойдем и фонарь отдашь мне. Да хорошо. Давай. Черт, а прикинь, мы превратимся в этих тварей. Да я лучше себя выебу. На самом деле, мне кажется, он как-то играет с нами. Он нас раскидал по этим, по разным местам и... Кто? Черт, Крис, да Крис, это... стой. О, черт! Да, я очнулся здесь, и у меня были галлюцинации. Я, короче, пошли покажу. Я очнулся вот здесь, и это, увидел вот здесь вот этого большого Виндиго. Он на меня прям смотрел, но пытался найти, но не видел. А потом я очнулся, и второй раз. Еще у меня были куча галлюцинаций, где я тебя видел. Ты говорил, что ты тут гуляешь, но я сказал, ладно, повернулся, а там тебя нету. И второй раз галлюцинация была, что ты навел на меня пушку и выстрелил. И я снова очнулся. А еще куча галлюцинаций с... Я какие-то флешбеки вижу, знаешь. И постоянно кто-то шепчет мне какие-то голоса. Я даже сейчас... Thank you.
Что такое? Я не знаю, я снова. Я вроде стою, погоди. Вот я смотрю в одну. Да что с тобой, я не понимаю. Такое ощущение, что я под каким-то ментальным контролем. Такое ощущение, что, знаешь, когда задумываешься, у тебя в голове звуки всякие там, всякий шепот, прочее, какие-то цифры диктуют, голоса. Я их слышу. Блять, нам надо выбираться отсюда скорее, пока ты вообще с катушек не съехал. А, да. Так, я не буду показывать тебе какой-то алтарь и записки, где написано «умри» или там что-то типа того, но... Крис. А? Блять. Ты посмотри наверх, можешь дать мне фонарь? Так, где? Держи. Ой. Так. О, слушай, он... Ну не так, что он и мигает. Смотри. Сойдет. Нам... Вон, кажется, там... Выход. Так, чтобы нам пройти, нужно... Решетка. Как-то допрыгнуть сюда, потом... Тут... Чёрт, да ладно! Я пиздец боюсь высоты, Крис. Чувак, я и сам бы не хотел. Если мы упадем, то... Ну, нам пиздец. Слушай, хотя ну это все равно случае... единственный вариант, как мы отсюда сбежим, так что... Ну да. Надо еще Кевина найти и Фуфика, и принести взрывчатку. Надо, блядь, взорвать это ебаное логово и... уходить отсюда на все четыре стороны. Похоже, мне, как всегда, придется идти первым. Да, я думаю, давай, ты. Ты-то, посвети фонариком, мало ли я пизданусь. Ну, не фонариком, фаером этим. Давай. Ох, блядь, окей. Ты это, осторожнее. Постараюсь. Ну, давай, раз, два, бля. Три. Ух, бля. Ну что, давай, следом. Свечу. Сейчас. Давай. Видно? Да. Давай, прыгай. О! Черт. Что? Скользко. Да, окей, давай. А, черт. Фу. Нормально, да? Да. Чувак, нам теперь придется вон... туда прыгать. Так, давай-ка ты вот сюда встанешь, где я сейчас стою. Ага. Поменяемся местами. Так, включай фонарь. Давай. Ну давай, что ли? Блин, ну вроде высота не маленькая, но если я об тот угол упаду... Ну я постараюсь, чтобы такого не было. Да уж, ты постарайся. Окей. Раз. Два. Три! Фак. Так. Крис. Мне это, тут места мало, мне придется вот сюда залезть. Ага. Ну давай, я посвечу. Окей. Давай. Так что, давай, попробуй допрыгнуть. Ты разгон возьми там, где я был. Так. Давай. Готов? Нет. Ну, постарайся. А, черт! Фу, отлично, да, вроде? Да. Пока нормально. Давай сюда ползи. Так. Давай. Ну-ка. Перехватывай. Отлично. Так, куда дальше? Во, вот сюда. А, тут можно вот так пройти. Фу, слава богу. Давай сюда. Так, а тут ку... Блин, кажется, здесь сюда ползти. Ну-ка, погоди, я сейчас проползу. Тут места жесть мало. Давай, ползи. Так, окей. Твою мать, ты посмотри, какая тут высота. А, черт. Смотри. Сейчас я... Сейчас. Надо разгон тут взять и туда прыгнуть. Блядь, Крис, ты посмотри, какая тут высота, ёб. Ладно,
Ладно, я попробую. Я... Давай, пошел. Окей. Раз, два... Три! Сука! Ни хрена себе. Ну, давай, давай тогда. Давай, я даже отойду. Давай, Крис. Раз. Давай. Два. Два. Фу. Три. Черт! Вроде нормально. Ну да. Смотри, еще одна полоса препятствий. Мы почти у финиша. Ты хочешь сказать, нам надо ползти прям на руках, что ли? Ну, типа того. Так, я первый. Ох, как, главное не пиздануться тут. Я это... Давай. Да, я лезу. Я почти выполз. Ух, все, я это... Я здесь, ты. Давай, аккуратно. Ух, ебать, Крис, ты увидел, что там внизу. Блядь, а, черт. Фу. Нормально, да? Нормальненько. Анальненько. Так вот. И здесь закрыто. И там закрылось. Нахрен я себе до этого кабана вообще тащил? Здесь какой-то пароль. Походу надо. А? Очнулся что ли, Джей? А? Эй! Ты как? Я как будто грибами объебался. Поздравляю. Где мы? Я сам не знаю. Мы в какой-то комнате, смотри, там закрыто. И там закрыто. А что делать? Я вообще не представляю. Чувак, если что, я не виноват. Я не знал, что так произойдет. Стоп, кажется, я помню это место. Погоди, это то самое место, что ли? Да, это... Тут рядом Фуфик. Точно. Пару. Стой. Тихо. 666. А? Я это вслух сказал? Ну да. Что? Что я сказал? Что? 666? Может, это пароль? Блять, откуда ты знаешь? Я не знаю, давай попробуй. Ну, введи. А, я? Ну, давай, хорошо. Блять. Я пытался, я тыкал там. Ладно, так. 6, 6, 6. О! О! Опять закрылась. Ну и нахрен ее. Чувак, откуда я знаю пароль? Не знаю, может... Ты как-то на подсознании где-то услышал или увидел? Я говорю, у меня как голоса в голове. Голоса, голоса. Ох, жесть. Класс, еще и лестница проебалась. Как всегда. Ну и что мы будем делать? Что-что, лезть без лестницы. Без лестницы? Ну да. В принципе, похуй, уже лазили. Ну и что вы там встали? Залезайте, давайте.